Суарес проводит сегодня свой 10-й матч в чемпионате в основе. На его счету 7 мячей, 1 голевая передача. И для Хименеса 10-я игра. Опасный момент. Гризман упускает свой шанс забить на 16-й минуте. Это, пожалуй, вот первый такой по-настоящему классный голевой момент. Здесь вопрос, а не вышел ли полностью мяч за пределы поля. Караско. Против него Иза. Он же Исак. Он же Карселен. Не стал тут же с левой ноги грузить мяч в штрафную Эрмоса через партнера. И вот момент, удар, гол! Не уследили сейчас в обороне за Тома Лемаром. Отлегло, отлегло, это заметно. Многочисленные болельщики Атлетико у экранов своих телевизоров. В хорошей позиции Лемар, он не в положении вне игры и не успевает его накрыть, не успевает даже ему должным образом навязать борьбу Альфонсо и Спино. Он рядом. Лоренто. Лемар рядом. Здорово играет француз. И Лоренто, прострел надо забивать. Но здесь опять все как по нотам. А? Какое взаимопонимание, чутье в концовке. И вот на подступах штрафной как комбинировали. Опять Лемар хорош. И вот теперь уже понимают, чувствуют, взаимодействуют. Вот это, по сути, стеночка проходит. Лемар здесь великолепен. Лоренто хорош на своем планге. Он поддерживает наступление. Лосано его преследуют. Теряют в районе 11-метровой отметки Антуана Гризмана. Центральные защитники. Хокин в центр. Коррея. Ух, какая комбинация. Надо забивать. Ну, это просто красота, ребята. А? Раздели сейчас оборону. И он забивает. Оп, оп. Ну, это высший пилотаж. Это просто здорово. И вот такое завершение. Аккуратненько с правой щекой в ближний угол. Ледесма не успевает этот ближний угол закрыть. Но не к нему вопрос. Лосано. Да, и по третьему номеру Рафаэль Химинес. Слушай, ох, какой момент! Вот это да! Эта бабочка залетела, запорхнула ворота Яна Облака. Но, возможно, был небольшой рикошет от ноги Караско. Вратарь еще посмотрел, но это мгновение. Но, тем не менее, вот он просчитался. И будет ли еще один гол? Браво! Вот такой молниеносный ответ. Ошибки. Но тут Куни вошел в штрафную и мощно под перекладину. Набирают 29 очков и продолжают находиться в чемпионской гонке. Прежде всего с мадридским Реалом, Севильей. А ведь Реалу играть именно с Севильей. Кто-то очки потеряет. А может быть и обе команды.